Центральной районной библиотеке прошел праздник, посвященный Международному женскому дню. В нем приняли участие около 30 членов общества инвалидов, а точнее, дети вместе с мамами. В преддверии праздника 8 марта мы решили поздравить наших друзей, общество инвалидов. Мы с ними давно уже сотрудничаем, и Наталья Алексеевна, в общем-то, любезно нас пригласила на это мероприятие, мы откликнулись. Мы вот в этом мероприятии мы первый раз участвуем. До этого мы на Новый год собирали подарки, это вот то, что с Натальей Алексеевной, с обществом инвалидов мы сотрудничаем. Ну, будем, думаю, дальше делать праздники. Все внимание было посвящено виновницам торжества. Владислав Рымша от лица торгово-промышленной палаты подарил небольшой букет тюльпанов каждой женщине. Но цветы на этом не закончились. На мастер-классе ребята подготовили мамам еще один подарок – холщовые сумки с особым дизайном, нарисованными от руки фиалками. 8 марта – это день для девочек. Я толщу для своей мамы. Я не люблю обычно поздравлять, но я иногда люблю. Ну, просто я хорошо разукрасила цветок. А кому ты его подаришь? Маме. Очень красочно, ярко. Мы вместе с дочкой сделали подарок на 8 марта. Можно показать? Вот такую замечательную сумку, которая останется на память о этом прекрасном празднике. Мне очень нравится, очень замечательно. Дети довольны, дети веселятся. И как не веселиться, когда мастер-класс перетекает в игру с пиратами-аниматорами. Как известно, для мам счастливые дети – самый большой и важный подарок. Александра Стыдрова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого.